Здравствуйте, с вами магазин Автозвук.ua. Сегодня мы рассмотрим четырехканальный усилитель мощности от компании Edge, модель EDA100.4i7. Поставляется в фирменной упаковке данный усилитель. Вот так вот все упаковано. Здесь у нас провод для подключения высокоуровневого входа, два предохранителя запасных, саморезы для фиксации. Также шестигранник имеется. И сам усилитель. Довольно-таки увесистый, полностью металлический. С одной стороны у нас разъемы для подключения высокоуровневого входа. 4 RCA, настройки звуковые имеются. С другой стороны разъем для подключения питания. Питание подключается 12 вольт, 2 предохранителя по 25 ампер и 4 канала. По характеристикам, при сопротивлении 4 Ом на каждый канал выдается по 80 Вт номинальной мощности, при 2 Ом по 100 Вт номинальной мощности и при мостовом подключении у нас получается мощность 200 Вт на канал. При мостовом подключении, соответственно, у нас четырехканальный усилитель становится двухканальный. Максимальная пиковая мощность при мостовом подключении у нас 800 Вт, как заявляет производитель. При покупке на данный усилитель обязательно распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость. Вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.